Всем привет! С вами снова Эвил из Королевства 2073. И я рад приветствовать вас на 7-м сезоне Драконьего поля битвы между альянсами ПСА из Королевства 1416 и альянса АПП из Королевства 1023. Давайте вспомним точки захвата, которые нам нужно будет удерживать, чтобы получить максимум очков. Это рудник кристаллов. Также у нас есть точка арсенал. И еще одна точка поле испытаний. На этих трех точках будет проходить основные сражения, основная битва, так как они дают максимум очков. Также у нас есть точки, с которых можно заработать очки. Это пункты снабжения. Их на поле 5. Давайте ознакомимся с составами команд. И начнем мы с альянса ПСА из Королевства 1416. Мы ознакомились с командами, пожелаем им удачи в данном событии и поехали! Мамба, мамба, уа! А вы хотите песен, да. Их есть у меня? Давай. Я перегору любого соловья. Давай. Я старый металлист, тусовщик и стиляк. Давай. А сейчас будет злая и матерая соляка. Pretend.
hurt you, I want to forget you. I don't wanna catch you. Get you, I don't wanna catch you, I want to forget you. Let me be the one who doesn't care that you're gone. I don't wanna catch you, I want to forget you. I don't wanna catch you all my life. I don't wanna catch you. Forget you. I don't wanna catch you. I want to forget you. I don't wanna catch you. I want to forget you. Let me be the one who doesn't care that you're gone. I don't wanna catch you. I want to forget you. I don't wanna catch you. I want to forget you. I don't wanna catch you. I don't wanna catch you. No, 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 no. No. I want to forget you. I don't wanna catch you. I want to forget you. I don't wanna catch you. I want to forget you. Get you. I don't wanna catch you. I want to forget you. I don't wanna catch you all my life. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses.
的想象，给我一阵清风吹开百花香，给我一次邂逅在青青的牧场，给我一个眼神热浪滚烫，套马的汉子你威武雄壮，飞驰的骏马像疾风一样，一望无际的原野随你去流浪，你的心海和大地
посмотрели одну из интереснейших битв между альянсами ПСА из королевства 1416 и альянса АПП из королевства 1023. И давайте посмотрим историю битв за основные точки и также статистику данного сражения. В данном сражении альянс ПСА одержал победу, с чем мы их и поздравляем. Альянсу АПП не унывать. Надеюсь, мы обе эти команды увидим в плей-офф Драконьего поля битвы. Спасибо за внимание. Кому стало интересно видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Напоминаю, с вами был Эвил из королевства 2073. Всем спасибо, удачи!